подписчики! Мы с вами на канале Болтушка Веселушка. И я готова! Готова начинать лотерею! Погнали, друзья! Я хочу вытащить какую-нибудь удивительную игру. А для этого мне надо все хорошенько перемешать. Каждый раз надеюсь, что игра будет интереснее, чем предыдущая. Вы такое когда-нибудь видели? Это только с Болтушкой случается. Ну что ж, я верю в своих подписчиков! И у меня опять, кстати сказать, розовое яйцо. Что-то мне везет на розовый цвет нынче. Ну что ж, посмотрим, какая нам игра попалась, ребята. Игра называется просто очень смешно. Чумазые копыта. И посоветовал ее мне Huawei P8. Я тебя поздравляю, привет тебе от Болтушки. И мы начинаем твою игру. А вот и игра! Чумазые копыта! Такая веселая музыка просто качает! Ребята, я надеюсь, что игра будет очень веселая, потому что эти милашки мне так нравятся! Кто это такие? Давайте посмотрим! Ух ты, смотрите! Это мальчик-козочка и девочка-козочка! И они мои! А что между ними? Веревочка делает, друзья! Что это? Удерживай палец на двух козах, чтобы начать! Ну хорошо! Ой, за мной, кажется, кто-то будет гнаться! Я прямо чувствую! А что я должна сыграть? Это что такое? Избегай препятствий! А, что это за микробы такие? Вообще кошмар! И как мне это надо делать? Ну, я стараюсь вообще. А за мной вообще-то какое-то существо несчастное гонится. Ай! Ой, я избегаю препятствий. Стараюсь, как могу. Только это я вам скажу, нелегко. Как можно избежать этих препятствий? Кажется, на поводок меня поймал фермер. Ух, злобный фермер. Уйди отсюда. Ребята, это так тяжело. Среди микробов. Это же можно просто... Ого, кажется, я немножечко с микробом врезалась. А нет, я не могу так делать. Это сложно. Что мне говорит игра? Открывай новые зоны и предметы, чтобы менять и наряжать коз. Давайте посмотрим. А что это, что это, что это, что это? Смотрите, какие у меня симпатичные козочки. Ого! Кажется, это достаточно дорого. Смотрите, могу поменять на другую козочку. У меня всего 59 монет. Я за эти 59 даже кепку купить не могу, представляете? Не то, что там маску или шляпку, или очки за 1000. О, это было бы здорово. Да, это, конечно, очень-очень-очень-очень дорого. Пойду-ка я зарабатывать. Собирай супер-апгрейды, чтобы слопать больше мусора. Это как? Превращай... О, смотрите, я могу купить цепь. Превращает веревку в крепкую цепь. Веревку в крепкую цепь. Круто. А давайте попробуем. Еще нам не дашь? Так, я хочу еще немножечко потусить с моими козочками. Ого, как... моя коза! Ребята, как быстро вообще! Я даже цепь не успела попробовать. Еще раз хочу. Так, придется еще немножко потратить денежек и хотя бы сейчас цепь купить или приобрести. Вот, смотрите, цепь. О, у меня крепкая цепь. Это клево. Это что означает? Что я... О, смотрите, когда у меня есть цепь, я совершенно не сталкиваюсь с микробами. Классно, мне так нравится. Ну что он меня догоняет? Я же практически ни на кого не облокачиваюсь. Моя цепь. Понятно. Если купил цепь, она тебе везде в уровне будет попадаться. Так, а это что за коробочка? Давайте ее распакуем. Так, я хочу ее открыть. Тем более она знаком вопроса. Ну-ка. Смотрите, сколько мне монет сразу дали. Вот это да. 167. Правда, я не хочу их попасть тут тратить.
тратить. Я лучше куплю себе какой-то апгрейд. Только не этот. Давайте попробуем другой. Что это за апгрейд? Убирает фермера. Как это убирает фермера? Берет фермера и убирает. Представляете, что это за шедевр? Ладно, давайте мы его попробуем. Только бы его попробовать. А то я как столкнусь сейчас и опять не смогу. Слушайте, это сложно. Ай! Вот, убираем фермера. Классно, мы действительно его убрали. Правда, ненадолго. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Собираем этот мусор. Ай! Да что ж такое-то? Меня фермер убирает раньше, чем я его. Хотя мне понравилось. Я немножечко подзаработала. И я хочу еще раз попробовать. Ну-ка. Нет, я пока апгрейд не буду покупать. Надо на него немножечко накопить, а то это неинтересно. Давайте мы сейчас все пособираем. Вот здесь вот мусор. Мусор, мусор. Смотрите, у меня неплохо получается иногда. Иногда это даже неплохо. Ай, вы представляете? Они просто на меня нападают. Эти микробы, уйдите от меня, уйдите. У-у-у, какие противные. Так. Но я надеюсь, что я еще немножко заработала. Это здорово. Так, я хочу еще заработать. Еще, еще и еще. Хотя мне, кстати, скотсет понравилось больше, чем этот убиратель фермера. О, это яма, кажется. Слушайте, а где я путешествую? Мне интересно, где мои вообще козочки? А, нет, нет, нет. Фермер. Да. Неважно, где я путешествую. Главное, что у меня вообще ничего не получается. Ну, давайте еще разочек, и я куплю какой-нибудь апгрейд. Может быть, с ним мне будет действительно полегче. Ай! Да что ж такое? Ну! Рано мне еще апгрейд покупать. Я сталкиваюсь практически со всеми микробами, которые меня там окружают. Как вы это делаете, друзья? Это нереально сложно, правда. Мне надо научиться немножечко отходить от этого. Так вот, особенно в самом начале. Почему они такую сложность делают с самого начала? Вот дальше вроде бы пустовато, можно хоть что-нибудь насобирать. А с самого начала, а если вот так? О, я так немножко от фермера, смотрите, у меня получается немножечко от фермера сбежать. Но он меня все равно догоняет, вы только посмотрите. Ай, что ж такое-то? Он все ближе и ближе, и ближе, и ближе. Уйди отсюда, противный. Ладно, но мне удалось 203 монеты собрать. Что ж, ради такого я куплю какой-нибудь апгрейд. Что у нас еще здесь есть? Это я уже пробовала. А это что такое? Весь мусор летит к тебе. Ко мне! Весь мусор! Красота! Давайте попробуем. Так, посмотрим, что это такое. Главное сейчас начать правильно, потому что вот я вот переживаю. Ну и где? Ну и где? Ну и где? Ай, я хочу весь мусор ко мне попробовать! Да что ж такое-то? Ну и где? Нечестно! Мне ничего не попалось! А я потратила на это целое состояние. Что ж, придется еще раз попробовать. Ладно, весь мусор должен лететь ко мне. 35 потратила ради такого, а ко мне никакой мусор не прилетел. Разве это... Вот, вот он, вот он, вот он! Ай-яй-яй-яй, да что же он меня догоняет? Кажется, у меня вообще, друзья, ничего не получается. Но я не расстраиваюсь. Я собираюсь еще раз подобрать мусор. Так, где там мой мусор? Вот он. Сейчас он ко мне весь прилетит. Я прямо чувствую. Да что ж такое? Друзья, это сложно. Нереально сложно играть. Ну что ж такое, жалко мои эти монетки, что я постоянно трачу, непонятно на что. Так, ладно, еще одна попытка. Все-таки для моих подписчиков монеток не жалко. Так, аккуратно, аккуратно, обходим, обходим. О, смотрите, и правда весь мусор летит ко мне. Ого, вот эта труба. Класс, только здесь так много. Так много противников. Ай! Меня поймали. Но зато мы апгрейд испробовали. И мне это очень-очень нравится. Так,
Новый рекорд! Лучший результат 64. Ребят, мне кажется, что это не очень хороший результат, честно говоря. Ладно, будем пробовать и стараться еще и еще. Так, мои микробы, мы вас всех уйдем. Смотрите, так лучше. Но если бы меня... Ай, да что ж такое-то? Вот как вот здесь пройти? Вот как в этом ужасе пройти? Может, ничего не делать? Может, они просто пройдут? Так, я сейчас попробую. Тем более, мне надо немножечко накопить. Между прочим, уже 18 монет накопила. Что ж, я готова еще разочек попробовать. Ну-ка, вот как мне здесь? Вот, смотрите, получается. Кажется, даже неплохо получается. Ай-яй-яй-яй, мусор собираем. Вот здесь, микробы. Микробы, не трогайте меня. Да, это упало одно мое коза в яму. Давай, еще, я хочу получить вот эту красоту, которая называется коробочка. И догнать до 200 монет, тогда смогу купить апгрейд. Ну что ж, мне чуть-чуть осталось. Так, мы убегаем сразу. Опа, резко сбегаем от этих... Ай-яй-яй-яй, смотрите. Сбежала одна, совсем на одну секундочку. Вот это путешествие, я вам честно скажу. Ничегошеньки не получается. Мои козы еле плетутся. Я так на апгрейд даже не насобираю. Придется все монетки тратить. Так, козочки, я вас... нет, ты меня не поймаешь. Нет! Слушайте, а если попробовать вообще ни в одного микроба не столкнуться? Может, все-таки получится? Так, попробуем. И нас не догонит. Потому что мне кажется, что если даже не буду сталкиваться с микробами, все равно он нас догонит. Да что ж такое? Меня несет вообще на этой льдине? Ужасно! Просто ужасно. Да, болтушки, ничегошеньки не получается. Может, тебе кепочку купить, а? Нет, не буду тратить. Мне еще совсем чуть-чуть. Мне еще один раз, и я смогу купить какой-нибудь недорогой апгрейд и что-нибудь еще испробовать в этой игре. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. О, смотрите, вот сейчас вот неплохо. Хотя меня вот куда-то непонятно куда. Вот их так много здесь вообще, это разве мыслимо? Посмотрите, сколько микробов. Так, неплохо, болтушечка, у тебя хорошо получается. Я в тебя верю, да что ж такое-то, а? Противные. Два раза столкнулась и все уже. Ладно, финальный счет 43, а результат 64. Зато у меня 216. Ой, а куда они идут-то? Никуда не двигаемся. Стоим на месте. Козы, куда вы пошли? Так, нет, так дело не пойдет. Я покупаю апгрейд, потому что мои козы уже начинают нервничать. Это мы уже брали. А что такое? Ого, призракам навредить нельзя. А значит, и тебе тоже. Классный апгрейд. Только бы до него дотянуться. Пожалуйста, он очень дорогой. Смотрите, все, можно двигаться сколько хочешь. Классно. Слушайте, мне так нравится. Вот теперь все, закончилось мое счастье. А может, еще один призрачек попадется? Ну, пожалуйста, ну совсем маленький. Но я же уже очень серьезно прошла. Вот мой призрак, есть! Погнали и подальше от этого монстра, который называет себя... О, аккуратненько. Слушайте, призрак мне очень нравится. Это просто нечто невероятное. Если дотянуться до призрака, можно насобирать кучу всего. Я потратила... Вот это была глупость. Но я мусора целую толпу насобирала. И наверняка что-то открою. Ого, друзья, еще чуть-чуть. И я смогу новый рекорд, 99, друзья. А еще чуть-чуть, и я смогу заработать на мир динозавров. Друзья, мне совсем чуть-чуть осталось. Так, я бегу. Так, апгрейд мы покупать сейчас не будем. Я и так насобираю без него. Главное, аккуратно двигаться. Очень аккуратно. Вон, я уже практически все насобирала. Может, в мире динозавров не будет так сложно? Не хочу жить в мире микробов. Они противные. Ну-ка,
Дайте мне монетки, 500-500! Да, клёво! Ну, держитесь, друзья, мир динозавров! О-о-о, надеюсь, они будут травоядные. Так, заходим. Хочу пооткрывать все миры. Да, мир динозавров. Я его купила. Я хочу его испробовать. Арктика. О, друзья, это я в Арктике была. Там ходила со своими козами. А теперь в мире динозавров. Ну что, пошли? Пошли. Думаю, что будет весело. Апгрейд я купить никакой не могу. Придется собирать немножко мусора. Ого. Слушайте, тут они... микробы! А, смотрите, я, кажется, что-то такое специфическое собираю. А, мой мусор по-другому выглядит. Смотрите, как классно! Ого! Копа, моя коза! Здесь козочка двигается получше, я вам скажу. Поинтереснее будет. Не зря я купила мир динозавров. И хоть я собираю всякие черепа, палочки и молоты, все равно мне этот уровень больше нравится. Я хочу еще раз попробовать. Мне на следующий апгрейд собирать нужно. Так, побыстрее, пожалуйста. Давай, давай. О, а что оно сейчас так не двигается? Давай, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, кажется, первый раз мне повезло больше. Ну что ж, повезло так повезло, первый раз так первый раз, а второй уже не очень, если честно вам скажу. Ну что ж, погнали, но мне вот это вот, честно говоря, очень понравилось, когда моя коза была совсем... совсем рядом. Ой, это грязь какая-то. Ой, козочка упала в грязь. Что это такое? Грязная коза. Только этого мне не хватало. Я хочу, чтобы моя коза была чистая и красивая. Так, погнали, друзья. Ну-ка. Так, побольше. Собираем как можно больше. Да что ж такое-то, а? Я их не вижу просто. Как от них подальше становиться и видеть, если за мной этот монстр бегает? Так, сколько я насобирала монет? Быстро, давайте мне побольше монет. Ну-ка, давайте посмотрим, могу ли я купить новый апгрейд для моих подписчиков. Он стоит 70. И это, кажется, последний. Последний апгрейд, который можно купить в этой игре. Ну что ж, я готова на него заработать. Ну, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ой, грязь, грязевые ванны, так много. А, да что ж такое? Один раз треснулась, и уже фермер забрал. Нечестно. Ну давай, сколько монет дашь? Всего лишь 48. Но ничего, я все равно насобираю на апгрейд. Не будь я болтушкой. Друзья, сколько вам удается пройти? Как же их можно тут видеть? Так нечестно. Еще раз, две монеты, что это такое? Ну, уже 50, кстати сказать, уже получше. Давай. Ну-ка, собирай все, что не попадет. Ну, вот как их можно увидеть? Ну, я в них сталкиваюсь, я их даже не вижу. Что же это такое? Давай еще. Мне поможет только хороший апгрейд. О, смотрите, 59 монет уже, хорошо? Еще попробуем еще. Если бы за один козочку забирать, было бы неплохо. Но, к сожалению... Так, вот как между ними тут? А, не догонишь. 4 комбо. Всего лишь 4 комбо. Но ничего, монеток в этот раз должно быть немного побольше. Уже 10. А, не хватило одной монетки. Представляете, да, апгрейда? А одной единственной монетки. Ладно, я от вас убегаю, дядька. Мусора, побольше мусора. Вот здесь, слушайте, а если вот так вот растянуться и сильно не двигаться? Быть очень осторожной и аккуратной. А то меня виляют по всем местам, по которым только можно. Я лучше меньше насобираю. Смотрите, я ни с кем не сталкиваюсь. Ой, и с этим не сталкиваюсь. Я вообще не виляю. А-а-а, фермер меня все равно догоняет. Почему? Это же нечестно. Я слежу за всеми козами, на которыми я... способна, а фермер все равно... Ого! Мостики с костей! Ого! Ну я неплохо потрудилась! Я, конечно, много не насобирала,
Но монеток у меня целых 28. Теперь я могу приспокойненько купить себе последний апгрейд и двигаться медленно, превращая веревку в сеть для большего захвата. Вот это да! Сачком, сачком! Так, вот мой сачок. Ой, но только у меня не спасает. Смотрите, а как оно захвачивает? А, вот, вот так я вожу, оно захвачивает. Так, немножечко. Знаете, когда у меня появляется вот это вот интересный сачок комбо, я... А, смотрите, немножечко мои козочки даже сходятся вместе. А, нет, 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 я должна пройти. Я не могу, не могу сдаться. Но это было круто. И я, между прочим, 61 заработала. А знаете, какой мне апгрейд больше всего понравился? Мне очень понравился вот этот. Самый лучший призрак, просто бомбический. А вам какой? Напишите мне в комментарии. Мне будет ужасно интересно. А я попробую добраться до мостика. Очень уж мне этот мостик приглянулся. Хочется посмотреть, что будет после него. Вот, супер! Двигаемся очень быстро, пока мне никто не может помешать, чтобы подальше... Вот, теперь можно немножечко... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, попадись мне, пожалуйста, еще разочек. Ну, пожалуйста. Я до мостика хочу добраться. Но неплохо, неплохой результат. Правда, наверное, на апгрейд я себе не заработала. 28 только. Остальные мне не очень нравятся. А те, что нравятся, очень дорогие. Придется без него сыграть. Что ж, я готова. Я готова продвигаться медленно. Ай! Вот это вот я не ожидала, что со мной будет, честно говоря. Так, ой, да что ж такое-то? Ай! Ну как продвинуться в такой маленькой колею? Просто кошмар. Ладно, насобираем еще немножечко. Ну давай, я хочу апгрейд, я хочу апгрейд. Ну-ка, ну-ка, давай, 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 давай. Вот так вот. Мусор мой любимый. А, мусор мой любимый. Да что ж такое? Ничего не выходит. Ах, эта грязь, она мне совершенно не нравится. Что ж, может быть оно как-то само пройдет. О, смотрите, я могу купить еще одно привидение. Как вам, болтушка, привидение, понравилось? Тогда мы его покупаем. И идем, идем, идем. Надеюсь, оно появится сразу. Надеюсь на это. Вот оно. Вот так, все. Убегаем от этого противного подальше и собираем все на свете. Так, хорошо. Теперь нужно немножечко попустить. Мне бы добраться до вот этого симпатичного мостика. Я бы была безумно рада, если бы добралась. Вот честно вам скажу. О, клево! Может быть, в этот раз и получится. Я добралась до еще одного комбо-улучшения. Так, 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 так. Будь осторожна, болтушечка. Будь осторожна, болтушечка. А, нет, нет, нет. Я почти добралась до третьего привидения. И он меня поймал. Нехороший он человек. Вот честное слово, нехороший. Еще раз хочу попробовать. Может быть, получится. Правда, без апгрейда. Без апгрейда вообще очень сложно, честно вам скажу. Ну ладно. Первый раз у меня, между прочим, получилось и без него. Ай! А второй раз без него не получилось. Что же там за мостиком? Болтушке очень охота узнать. А у меня ничего знать не получается. Ладно, еще разочек. Попытка не пытка. Тем более у меня 41. Так, отлично. Ай-яй-яй. Да что ж такое-то, а? Ого, что-то... Вот бывают уровни. Это нечестно. Я ни в кого не врезалась. Что ж такое? Что такое не везет и как с ним бороться? Я даже монеток не набрала, 50 штук. Я два раза только врезалась, разве это мыслимо? Так, давайте отсюда, отсюда, наверное, будет легче. А, нет, ни чуточки не легче. Вот смотри, вот как можно, он же меня догоняет совершенно. Вот он меня догнал. Я ни в одного паразита не врезалась, а он меня догнал. Ну что ж,
Попытка номер 184 вместе с апгрейдом. Где он у меня? Ну же, вот так. Мы его покупаем и погнали, друзья. И ой-ой-ой, да что ж такое? О, нет, купила, проиграла. Какая же все-таки сложная эта игра. Я вам честно скажу, а накопить на Луну или на пустыню, или на город Токио? Нереально, нереально. Даже на простую кепочку сложно. Но ничего, Болтушка будет тренироваться и тренироваться. А когда натренирует, но качает мускулы, вернется к вам обратно с этой замечательной игрой. И мы, конечно же, с вами побываем и в пустыне, и на Луне, и даже в Токио. Покроем все-все-все миры. А чтобы этого не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал Болтушка Веселушка, жмите колокольчик и приходите ко мне в следующий раз. Чао, ка-ка!